Всем-всем добрый вечер, фокус-фокус. Вот, у меня тут коньки. На коньках я тоже катаюсь. Алина Загитова, к сожалению, упала. Но это не трагедия. Это, ну, пятое место тоже неплохо. Вот. Ну, конечно, это не ее уровень. Вот. Я когда увидела, что она упала, я думала, может быть, со зрением мне, или, может быть, мне это померещилось. Может быть, я не проснулась, потому что я очень долго ждала до поздно ночи, потом я не сдержалась и заснула. Но утром, как проснулась, я включила, как говорится, интернет, прочитала новости, и вот. Стала все смотреть, как она вот, ну, смотреть произвольную программу, как она там вот падала. Ну, ничего. Главное, чтобы она пережила эту ситуацию. Проанализировала. Тренера, я думаю, помогут. Тоже, может быть, изменит какую-то программу. Эту программу, может быть, изменит, может быть, другую какую-нибудь программу. Потому что это очень тяжелая программа. Не каждый спортсмен такую программу откатает. Очень сложно. Это вот ее фишка. Тройноль, трибергер, флибергер, вернее, флибергер. Вот. Ну, все мы ее любим, все мы переживаем за нее. И все вот пишут поддержки, что вот в комментариях, сколько прочитала, что мы все равно любим Алину, что Алиночка молодец, ну что, ну 15 лет, но не каждый 15 лет такую нагрузку выдержит. Но Алина боец, Алина. Но после Олимпийских игр было, конечно, очень мало времени, никакого там и отдыха не было. Это сразу тренировки снова, это представляете, одни и те же прыжки надо выполнять до, как говорится, до идеальных прыжков надо. Вот. Постоянно одно и то же, каждый день. Вот. И я думаю, что после этой ситуации она проанализирует, и тренера, может быть, все, как говорится, тоже пересмотрят, изменят что-то, может быть, в программе. Вот. И я надеюсь, что Алина это все переживет. Все-таки это спорт. Вчера были взлеты, сегодня падения. Ничего страшного. Завтра снова будут взлеты. Как говорится, слава богу, что у нас небо над землей. Земля, как говорится, все на месте. На месте. И это, в принципе, не, как говорится, ну, не трагедия, в общем. Так, вот пишут, что наш аленький цветочек, не переживай, просто утомленность, отдохнешь и новых тебе сил для тренировок. Для тренировок. Так, ну, кто-то там пишет, что сглазили, и все такое. И вот, когда я еще услышу, что надо меньше есть, ну как, и все, больше никаких слов для поддержания, утешения. Ну, мне как-то это. Ну, если бы я жена медведя была, если бы так же упала бы, вот, столько бы я услышала бы слова утешения и поддержки. Вот. Я представляю, как сейчас там, наверное, на нее давят, наверное. Надеюсь, что такого нет. Не будет, вернее. Будет просто поддержат, найдут нужные слова. Главное, как говорится, успокоиться. И, как говорится, хочу пожелать Алине Загитовой удачи, 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 удачи. Вот. А что еще? Ой, столько были мысли, а как камера включена, а все вылетело. Ну да ладно. Так. Так. Вот. Так, ну я показала, да? И так, фокс-фокс, все в порядке. Вот. За Кэтлин Осмонд я рада.
Она тоже хорошая фигуристка. Очень хороший опыт. На первое место заняла. На втором месте Факаба Ахитокучи из Японии. И еще на третьем месте тоже из Японии. Сатока Миахара. На четвертом вот Катарина Космонт. Да, Катарина Космонт, по-моему, да, с Италии. И на пятом это Алина Загитова, Fox Mox. Все. Надо закругляться. Я немножко тоже прослезилась, успокоилась. Главное, я что переживаю? Ну, да, это падение, все, но главное, чтобы она пережила. Вот это самое главное. Все-таки ей 15 лет, как она вот сейчас успокоится, как она все это переживет, от этого все, как говорится, дальнейшее все это скажется. Но она получит большой-большой опыт в дальнейшем. Вот. И... Конечно, вот первое место заняла, господи, ну что такое, вот сейчас вам скажу точно. Костнер, да, с Италии. Вот ей 31 год, а, конечно, у нее большой-большой опыт. И она в чемпионат мира, по-моему, минимум там 4-5 раз она была в Олимпийских играх. Вот если по возрасту сдалась, ну, может быть, 5 Олимпиад. Вот. И чемпионатов там, Европы сколько у нее. Конечно, это большой опыт. Это, как сказать, ну... Когда ты одно и то же, и когда ты не первый раз, это, конечно, это сказывается на опыт, это богатый опыт. И Алина Загитова, она первый раз на чемпионате мира, как она дебютантка, так что ей это тоже тяжело, тем более это после Олимпиады, это первенство, надо все это поддерживать, и это тяжело, это психологически тяжело. Вот. Ну, ничего. Все будет хорошо. Ей всего 15 лет, так что вся. Мы еще увидим ее на Олимпийских играх в Пекине в 2022, через 4 года. И будем болеть. Вот. И надеюсь, она тоже займет первые места, может быть, первое, второе. Но желательно, конечно, первое, только золото. Только золото. Ну вот падение вот тут. Мне это напомнило вот Анну Погорелую. Вот она тоже как-то вот упала, и вот она не смогла справиться, и тут же снова падение, потом еще снова вот эти несчастные случаи на льду. Ну да ладно. Многие великие фигуристы падали, а потом они... собрались, как говорится, в кулак и побеждали, они, как говорится, брали золото, и не золото не только в чемпионат мира, но и в Олимпиаде, взять даже вот, как его, вот пару танцевальную, а сейчас скажем, Алена Савченко и Бруно Массос. Алена Савченко, ей 34 года, и сколько на Олимпиадах была? Она в нескольких раз была на Олимпийских играх, и вот она в Корее, в Пхёнчхане взяла первое место с партнером Бруно Массо. Вот. Ну да ладно, я отвлеклась снова. Вот. Так что все впереди, мы еще увидим великих побед, великих, как говорится, потрясающих выступлений. И мы еще увидим улыбку Алины Загитовой. И увидим, как она вот поднимает правую руку. Yes, я сделала, как видите. Не переживай, Алина, не переживай. Все будет окей. Все мы тебя любим. Так что всем-всем пока. Пишите комментарии. И пишите то, что вы еще что-нибудь, может быть, хотите услышать. Я с удовольствием сниму. Всем-всем-всем-всем пока-пока.